В преддверии Дня Победы в Красноярске открыли первый за Уралом памятник узникам фашистских концлагерей. Он стал частью большого мемориального комплекса, который расположен на проспекте Красноярский рабочий напротив завода «Красмаш». На торжественную церемонию открытия пригласили бывших узников лагерей смерти, ветеранов войны и жителей разных районов города. Новый памятник представляет собой две гранитные стелы с мужским, женским и детским профилями, которые опоясывает колючая проволока. Монумент изготовили за счет средств спонсоров. Эскиз памятника выбрали сами бывшие узники лагерей. Отмечу, что в годы Великой Отечественной войны в немецких лагерях смерти находилось больше 8,5 миллионов советских граждан. Около 4 миллионов погибли в плену. Жители Красноярского края содержались в лагерях Бухенвальда, Аушвица, Освенцим и других. Сейчас в крае живут 356 бывших узников концлагерей. Каждый год накануне праздника Победы мы чтим память тех, кто не пожалел своей жизни ради будущего своего народа, то есть ради нас. Когда мы вспоминаем о Великой Отечественной войне, на сердце, наряду с гордостью за величайший подвиг советского народа, возникает ощущение горечи и страдания.